И всем привет, ребята, с вами снова я. И сегодня я хочу научить вас собирать кубик Рубик, которого я сам не знаю название. Ну ладно. Этот, я обычно его называю, конечно, скюб. Ну ладно, давайте начинаем. Первым делом нам надо распутать. Ахалай, махалай, делай. Ну, в принципе, все. И, ребята, помните, в этом кубике Рубике мы используем только одну формулу. Вверх, вверх, вниз, вниз. Вот. Ну, вы должны это запомнить. Вот. Первым делом, вот у меня стоит, мы собираем одну сторону. Для этого никакие формулы не нужны. Для этого нужно вам голова. Вот. Чтобы вот это, а вот когда вам надо вот это вот, вот сюда перенести, то вам надо будет формула, как я и говорил, та формула. Вниз, вниз, вверх и вверх. Вот. А вот следующий мы попросту вот так ставим. Вот это тоже на свое место ставим. Здесь нет ничего сложного. Вот, например, когда у вас вот это застряло вот тут, а надо вот сюда вот. У вас вот это уже собрано. Делайте ту же форму. Вниз, вниз, вверх. Ну, вверх не делайте. Вот. И последний ставите. У нас остается только вот это с этим. Вот это с этим, вот это с этим, вот это с этим. В кубике Рубика на Фридриха есть такая формула лямбда, а тут другой. Используем ту же формулу. Вниз, вниз, вверх и вверх. Та-да-да! Congratulations! И вот мы собрали. Пока!